Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости канала. Вот мои орхидеи, которые находятся на стеллаже. Стеллаж в спальне расположен. Хочу показать цветение моих орхидей в июле. У нас жуткая жара стояла до 40 градусов и выше в тени. Но в квартире выручает сплит. Без него никак. Заканчивают цветение розовые. Хотя вот здесь Purple Dust. Здесь еще держится 4, по-моему, цветочка. Продолжает цвести белая. Очень крупные у нее цветы. Попугай понемножку цветет, но доращивает. Вот яркий цветочек. И еще бутончик у него есть. Также продолжает цветение забавной веснушки. И вот у нее тоже распускаются цветочки новые. Бутончики. Как вы видите, у желтых орхидей обычно цветочки новые, яркие, а вот потом они начинают бледнеть, бледнеть. Красиво, но уже не такой цвет, как нужен. Манхэттен. Нравится мне ее интересная такая вот раскраска. Тоже немного, но бутончик говорит о том, что может тоже она нарастить потом. Ну и мой любимый дикий котик, который цветет всегда практически. Он тоже сбросил несколько цветов, но тоже вот есть у него бутончик. И похоже, он наращивает еще цветы. Здесь еще много цветоносов. Вот скоро распустится. Ну, какие-то попозже, какие-то пораньше. Фронтера. Тоже продолжает свое цветение. Цветет она с марта. А вот сегодня раскрылась вот эта малышка. Это бывшая детка от моей вот такой орхидейки. У нее всего один цветок. Сама орхидея у меня пропала когда-то. Ну, а детка вот. Вот ее первое цветение. Темный насыщенный цвет. Также начинает цветение мелодия. И всего 2 цветка раскрылись на вот этой орхидее. Сорт называется Эдита. Он у меня с 22 года
желтая, с вот такими фантазийными рисунками. Где-то есть полоска такая, где-то нет. Спасибо за просмотр. Жду продолжения цветения летнего моих орхидей. Всего вам самого доброго!